Приветствую всех, это Risen 3 Titan Lords, и мы с вами продолжаем помогать гномам от этой напасти гоблинской. То пришли вот по душу вот этих вот бедных созданий, вот эти вот дрянные кобольды, гоблины там, как по-другому еще называют. Не дают им жить вообще никак, не дают им жизни. Такс. Ага, и мне интересно, стоп. Как нам теперь проплыть к следующему-то лагерю гоблинов? Так, ага, я поход понял. То есть нам, наверное, надо сюда идти. Потому что прохода я тут не вижу. Ну да. Тут вроде как входа нету. Так, зато знаете что, давайте обследуем вот этот вот участок. Может быть здесь что-нибудь есть. Потому что тут вроде как бы есть дорожка. Судя по мини-карте. Значит, как-то сюда можно пройти. Ну, наверняка обычно тут что-то ценное есть. Вот. Например, кошель, да? Золото, что у нас тут еще есть? Сумрачное пламя. Да, и какой-то, блин, скелет. Скелет мертвого человека. Я думал, тут более что-то интересное будет, но, видимо, это все, что есть. Ну, странно, обычно сюда пираньи ставят еще что-нибудь более нужное, более эпичное. А, ну сундук, точно, как мы могли пропустить сундук. Так, вскрываем. Тут мне хотя бы, знаете, система взлома больше нравится, чем в Assassin's Creed. Там вообще какой-то дебил придумал. Тут, конечно, тоже надо немного попариться, но, в принципе, все логично. Так, кровавая Мэри, призыв адской гончей. Ну, в принципе, все эти руны у нас уже есть, но пусть будут про запас, скажем так. Так, значит, телепортанемся обратно. И как раз сейчас мы выполним еще один квест «Счастливая монета», потому что мы пойдем все равно вот сюда. И заодно там встретим воришку предполагаемого. Так. Он хоми? Ту дангу гно? Ми гно клопа копа. Что ты сказала моей матери? Бла-бла-бла динги. Мота, клопа? Хоми кака ин лангу фон гно кака ин ди фото гране. Никс бла-бла. Hast du etwas von Akila geklaut? Ва? Du hast eine Münze von Akila gestohlen. Ва? Scheiße. Nö, nö. Fido nix. А пищу нахер. Nö, таки. Дискно nix. Du verstehst mich besser, als du zugibst. Jip-jip. Homie lango kloppa ein koppa. Dann bla... Так, карман и краж, да, можно стырить. Was ist 3 plus 3? Ва? А, nix. Ah, homie ist gut. Fido respektiert guten Dieb. Plötzlich spricht es. Du haben Gno Schwächen geschickt genutzt und dich bereichert. Sehr gut für einen Homie. Du darfst mün... Я уже тебя уже так взял деньгу, все, сейчас отдадим обратно, принесем законному владельцу. Так. Где у нас там законный владелец? Как тебя зовут-то? Чтобы вы все на одно лицо, я вас понял. Гольмо braucht Hilfe, Homie. Hast du meine Mütze gesehen, Homie? Чего? Deine Mütze? Wie sieht sie denn? Ach, nicht so wichtig. Guck mal. Akila hat schon versucht. Ты задолбал, ублюдок. Geht doch. Hast du gerade die gleiche Münze nochmal geklaut? Es tut. Hier, nimm. Du besser nicht. Gold. Сука. Не, вот это зачетно. Так, стоп, а кому шляпу-то отдать? Стоп.
Деньгу-то точнее. Du komm auf. Du haben keine fürchterliche Angst vor uns, Gno? Ihr seid winzig, nicht fürchterlich. Wir vielleicht klein, aber wir können. Du klaust vom Richtigen und geben dem Falschen. Du kannst bringen. Die ganze Welt ist doch. Wenn wir nicht glücklich. Etwas klauen hier, etwas. Das hast du dir so ausgemalt, hm? Ich sage Wahrheit, Homi. Wie kann ich mich vor. Wenn du nicht wollen beklauen. Wenn Homi ein guter Tief werden. Du darfst nicht sehen, die. Du. Это я уже понял. Так, воровство. Так, уровень увеличивается за плюс 10 за каждый уровень, ага. Вот это я думаю. Ох, блин, я это еще не прокачал, жаль. Так, опытный вор. Талант карманной кражи увеличится на 10 за каждый уровень. Так, красноречие. Ich bin noch nicht gut genug. Ладно, нам еще качаться, короче говоря, проворность влияния, ясно. Так, а ты нам что можешь предложить? Кольцо разбойника. Не особо. Так, вот Грог бы я у тебя взял. Так, каменный топор нафиг не нужен, ну и в принципе и все. Так, игрок я положу тогда игрок за место провианта. Как раз у нас уже достаточно его накопилось. Так, мы еще квеста выполнили, что ли, счастливые монеты или нет? А, так. Акила, да? Так его зовут. Акила, Акила. Так, где ж мне тебя искать-то теперь? Голму? Ты кто такой? Мосс? А, слушай, да-да-да-да-да, это ты и есть. Цеки, какой-то другой хер. Блин, они все на одно лицо. Акила. Акила, блин, промахнулся. Вот он ты. Вот деньги. Я имею твою монету. Гип-гип! Hier hast du. Du hast ihn, Homi. Du Kaka-Koppa. Sieht wohl so aus. Erinnert Homi sich... Ein Gnom hatte mich angesprochen. Weißt du noch, wer dich an... Er hieß Golmu. Ah, Golmu ist sehr ehrenhafter Dieb. Geh zu Golmu und hol mir meine Münzi wieder, Homi. Ich dich werden... Mein Mün... Так, мне теперь к другому надо идти, что ли, я что-то... Тебя не очень понял. Я же монету тебе уже отдал. Geh, Homi. Так, Голми. Голми, Голми, Голми. Так, это наверное, ты, да? Gib mir die Münze zurück. Von was für einer... Die Münze, die du... Aber das Münzi glänzen, das macht... Давай, деньгу, сучка. Rück einfach die Münze raus, sonst fängst du dir eine. Langsam ты reicht so es mir уже. Durch... Jetzt, wo Golmu das Münz... Nicht ich... Aber weil du ein Homi bist. Da. Pass auf, hinter dir. Was? Oho, Homi hat viel Hono in seinen Knochen. Du wärst ein... Danke. Я это знаю. Мудак. Так. Где-то есть все, вот твоя монета. Ich habe deine Mön... Tantan, Homi, ich dir Tantan nicht... Du machst Akila zu einem Glücklichen. Gib mir mein Münz. Ich habe für dich eine Perlenkette. Ohne Kette. Священная вещь. Жемчужное жерелье, золотой камень, жемчужное священное. Дай священную вещь. Ich will das heilige Ding. Please, oh Homi. Nimm es als Dank. Ой, блин, корона. Я этой короны, знаешь, могу спереть. Ну ладно, в принципе, пусть будет. Лишнего уж точно не будет. Так, все отлично. Так, что у нас далее? Все-таки мы немного отклонились от курса. Так, а что у нас до сих пор стоит Набик? Может, там уже вроде были. Набик большое путешествие. Ладно.
Так, ну ладно, тогда, значит, нам приоритет не именно большое путешествие, да, будет? Нам ведь надо сначала Аури Кульч найти, а уже потом защищать все остальное. Ладно, давайте пройдем еще раз. Мульто блемо. Ти всаки деньги, никс ато. So langsam wird's Zeit für ein Wörterbuch. Malik ärgert sich auf Gnomensprache. Nix gut für Homie-Uhren. Worüber hast du dich geärgert? Malik hat seinen Hammer verlegt. Dabei muss Malik große Palisa, wenn Malik nix hat. Rassinный гном, да? А я, по-моему, молот-то уже нашел. Wo hast du dein... Ja. Ja, genau. Und wo... Palisa? Походу, да. Nix... Warum hilft dir dein Piwi? Ich bisschen. Du Boy. Alex Hammer ist ihm gefallen auf Koppa. Muss noch lernen viel, armer Dovi. Ich kümmere mich um dein Lehrlingsproblem. Tantan, Homi. Wenn Dovi wieder zurück im Dorf, Homi bekommt dickes Bü... Так, спаршись, да, еще один квест. Hast du eine Vermutung, wo dein Piwi sein könnte? Normalerweise Dovi immer in Gnodo, aber manchmal läuft er nach Norden auf Graniklip. Oberhalb von Marobordo. Marobordo? Homies sagen Sch- Nach Norden gehen und ein Felsplateau oberhalb des Strandes. Mhm, ja, понял. Кинжалы. Нет, кинжалы нам не нужны. Я кинжалами не пользуюсь. Это, как я понял, метательные, да? Так, ладно. Икавате. Сразу ждет. На миг. Так, чё с ним? Мы ж его уже обыскали. Так, ладно, тут все равно метка на нем есть. Идем, значит, дальше. Идем на запад. Пошли. Алёша. Ich komme mit. Gut, gut. Ich warte. Так, не хочет он туда идти ко мне. Ну ладно. Сейчас, значит, так, в одиночку придется нам идти на запад. Хребаные обезьяны, а? Хребаные макаки. А, не, наконец-то пошел. Давай. Пошли. Ну, что ты стоишь-то, блин? Verdammte Kobolde! Nicht gut, was hier passiert ist. Так, ладно, все, он вроде к нам присоединился больше, я надеюсь, он не будет здесь тупить. Так, это обходной путь, как я понял. Так, и где-то здесь у нас очередное убежище. Наконец-то. Так, и здесь у нас, как мы видим, пещерка. Ну ладно, туда мы пойдем попозже. Пока приходим к очередной стоянке гоблинов. Оми. Warum so nervös? Warum bist du nicht nervös? Warum? Na weil ich hier. Schon gut, Homi. Meli wartet auf den richtigen Moment. Und wenn Moment gekommen, Kahn wird stolz sein auf Meli. Was genau hast du vor? Was hat Homi vor? Kannst du auch eine Frage? Schon gut, Homi. Мне кажется, знаете, пираньи сделали пародию на евреев. Они такие же маленькие и хитрожопые, блин. Scheinst du hier ja gut auszukennen. Claro, looky here. Ganz. Homi, außerdem ist mir immer dran. Pulver. Homi sagen Pistole. Famo, schönes Dingi. Du hast deine Pistole? Лучше отдай мне оружие. И я его продам. Больше будет толку. Wenn Gott zum Kopf zu nahe. Meli nehmen Pulverschluck. Oh Mann. Du hast keine... Nein. Oh, dann Meli. Так, длиннаствольный пистолет. Отлично. Wo genau liegt das Ding, von dem du sprachst? Вот мы уже повлияли на него. Kobolde haben errichtet ein kleines Lager hier in der Nähe, im Süden. In diesem Lager du wirst finden.
kann zwar Gno verboten zu stehlen, aber... Und wenn Homie will stehlen, Dingi, besser passen auf. Nix töten, Geist von... Wie komme ich ins Lager, ohne gesehen zu werden? Gibt zwei Wege. Die mehlige See und Homie gehen Richtung Südosten und klettern den Berg hinauf, um dort hinter das Lager zu springen. Hinten am Lager ist ein kleines Loch, aber dort passen höchstens Gnome und kleine Affen durch. Für fetten Homie, wenn du von Westen aus zum Lager kommst, kannst du über großen Stein hüpfen. Der Weg ist aber gefährlicher, Homie. Так, что ты там про юго-восточную часть говорил? Ладно, сейчас разберемся. Так, туда не идем. Так, ну, наверное, сейчас опять как-нибудь... Гребаные макаки, а? А ну, мразь, стоять, блин, стоять бояться. Скотина, блин. Вот это другое дело. Так, все, вроде не сагрили. Такс. Так, ну тут мы видим духа, да? Так, утес. Так, а там дальше у нас утес. Здесь, как я понял, мы ничего не найдем. Хотя... Не этот ли меч на самом-то деле? Не этот ли меч нам нужен? Просто боюсь, что на нас сагрится. Блин, это карбакол. А, можно еще вот сюда пройти. Так, самое главное, чтобы он нас не видел. Блин, сука, а, тварь. Так, все, ладно, отлично. Уходим отсюда, уходим. Блин, негрязь, дебил, блин. Ладно, в случае чего просто гоблинов-то можно убить обычно. Стоп, кого я убил? А, Мелех. Ладно, он просто без сознания, ничего страшного. Немного шальной пули дает. Досталось. Так, давайте обезьяну за... Ты мразь, а. Так, самое главное, дух живой. Блин, чувак, просыпайся, ёпт. Да, видимо, он будет спать с кнопкой обсёра. Ладно, похер на него, идем сразу к главному. Так, сдавать квест. Сдавать аурикульчи. Так, Кан. Ist das ein Aurikulki? Ja, diese Pistole gehörte einst dem... Sie ist ein Zeichen von Macht und Durchsetzungskraft. Gut gemacht, Homie. Так, осталось у нас на самом юге, да? На самом юге, как я понял, это, собственно говоря, сама штаб-квартира, да, вот ихняя. Ну, собственно, пойдем. Посмотрим. Ух, блин, я как раз Джафара забыл. Заодно сейчас его возьму с собой. Так, по-прежнему выходим. По эту сторону, по-моему, идем, да. Сейчас мы этого скотину все-таки увидим. Где-то я тебя там оставил. Вот как раз-таки ты живой. Что такое? Что за какая-то, блин, херня, блин, повылезала? Зима. О, besonderer. Bringen schnell zu Kahn. Так, все. Аурикульчи мы тут
Нашли, все отлично. Так, идем дальше по дороге. Так, давайте минуем. Минуем сие место. Инчафа. О, е. Я? Инчафа versteht. Tja, irgendwie ist eine Hälfte von mir hier. Aber wenn du geht das Gold, das ich dir gebe, auch dort? Nein, das... Dann ist Jaffa hier. Oh, 183 золота, отлично. Komm mit. Так, все, присоединяем нашего Джафарщика, он нам все время тут денежку снабжает. Так, ну давайте... Твою мать. Как же тут, блин, неудобно. Ладно, короче говоря, жди меня тут вместе со своим другом, с Мелихом. В одиночку сплаваю. Вот так все время туда-сюда неудобно. Текст, посмотрим, что там есть. Последняя точка вроде как. И вроде все эти аурикульчи мы сейчас с вами возьмем. И потом, наверное, можно с легкостью будет валить кобольдов, не обращая внимания на духов этих самых гномов. Так, да, давайте сейчас по-тихому оплывем это место. Знаете, больше похоже вот эти вот баррикады, как будто там, не знаю, какие-нибудь гном, эти орки из Вахи делали. Очень напоминает. О! Знаете, вас намного удобнее расхерачить именно из мушкета, мне кажется. Но мы уже и так неплохо справляемся, на самом деле. Ну-ка, давайте стагрим его еще. Отлично. Так, 4 из 14 гоблинов, но остальных мы замочим тогда уже, когда... Господи. Когда возьмем все аурикульчи, без зазрения совести, потом сможем мочить, как я понял, духов. Так, вот против аллигатора лучше херачить с мушкета. Так, грит, отлично. Отлично. Хорошо, что я вовремя качал криты. Очень сейчас, вот как вы видите, помогает. Так, еще одна падла. Блин, да я скастую. Так намного быстрее. Это усиление скорострельности. Скорость. Усиление скорости. Также очень сильно помогает. Так, ну и мы, собственно говоря, доходим до главного лагеря, как я понял. Так, здесь нас ждет очередной гном. Твою мать. Как у меня задолбали эти дьяволы песчаные. Так, Фамир. Кака, ein Homi. Du besser verschwinden von hier, Homi. Du uns alle bringen. Ich kann auf mich aufpassen. Фамир weiß das. Homis gut. Genau das sagt. Ich nicht darf bemerkt werden. Homi ist immer laut und grob. Warum so ängstlich? Ich bin Gno. Ach, stimmt ja. Hab ich vergessen. Gno nur leben, weil... Da, я тебя понял. Wieso willst du nicht entdeckt werden? Kann gesagt. Ich, wenn Kobolde mich sehen... Soll ich dir helfen? Homi würde das machen. Da. Ich habe einen Auftrag an... Да, именно за этим я также пришел. Так, кстати, насчет карманной кражи. Ох, двуствольный пистолет. Отлично. Wie komme ich ungesehen in das Lager? Fabia hat sich einen Weg ausgedacht. Поделись мне с ним. Am besten geht Homi von hier aus Richtung Osten. На восток. А там есть маленькая щель. Du erkennst sie, weil viele Leuchtkristalle sind in ihr. Gehe da durch und klettere hinterm Lager wieder raus. Danach geht Homi am besten von hinten über die Kristallsch... Oder er versucht... Probier...
Я плохо понял, конечно, но... Du nicht töten, Kobolde oder Schamanengeist. Gehen leise rein, klauen Dingi und kommen... Ну ладно, что-нибудь придумаем. Так, восток. На восток, на восток. Ага, на восток все вижу. Вижу. Так, сейчас как раз таки возьмем тут магические кристаллы, пособираем. И сопрем тут остальное. Сопрем эту аурию кульчу долбаную. Эпичные места, хочу сказать, очень красиво так. Так, ну если... Ёпта, стоп. Мы, блин, тут с огнем играем на самом-то деле. А, все, я, кажется, понял. Так, теперь просто прыгаем сюда. Судя по всему. Стелс, твою мать. Так, все, железная руда у нас. Так, ну и все. Так, вот это куча. Скипетр гнома. Все, ребят, я, короче говоря, пошел отсюда от вас нафиг. От река подальше. Это, по-моему, было самое легкое, что я вообще мог здесь найти, увидеть. Так, ну все, мы все кульчи собрали. Теперь идем и хвалимся обратнее. Ich hab das Ding gefunden. Oh, Famia Glück. Ich würde jetzt bestimmt am besten nicht. Так, еще осталось одну макаку завали здесь. Так, кстати, тут какой-то уступчик есть, куда он ведет, интересно. Наверное, какой-нибудь тайничок, какая-нибудь нычка. Как всегда, то обычно в играх от пираний это бывает. Далече забрались. Так, ну, тяжелый мешок с золотом, 100. Ну, лучше, чем ничего, да? Так, ну и давайте тогда сразу телепортнемся к Кану и порадуем его, то, что все кульчи на месте. Wegen der... Was hältst du hiervon? Dieses Zepter ist das Aurikulki von Osi. Mit ihm konnte er die Mächte des... Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn du... Du hast nun alle... Ich werde sie reinigen und bald wieder an ihren angedachten Ort bringen. Nimm dies als Dank für deinen großen Dienst. Jetzt muss nur noch der Koboldkönig besiegt werden. Und auf unserer Insel kann endlich wieder Frieden einkehren. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, bitte ich dich, Ulvi aufzusuchen. Er wollte dich sprechen. Ah, так, ну мы обязательно, конечно, к нему подойдем, поговорим. Так, ну, по ходу дела, все идет по плану, да? Сейчас он эти вещи очистит, и у нас остался финальный бросок завалить лидера гоблинов. Но сначала надо... очистить... Эти места от самих гоблинов, я это, пожалуй, сделаю вне записи, ну, чтобы не тронуть духа. А тогда уже потом поговорим. Сейчас нам надо найти Ульви. Ульви. Где ты, парень? А, ну как раз на севере. Ладно, туда я сейчас и пойду, и встретимся уже в следующей части. Всем спасибо и пока, до скорых встреч.